Добрый день, дорогие друзья, и приветствуем вас на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее, город Кванджу. И сейчас однометровый трамплин у девушек начнет старт. Идет представление участниц. В этом финале мы будем болеть и поддерживать за Кристину Ильиных, представительницу сборной команды России. Она попала в этот финал с третьим результатом, уступив только двум китаянкам. Но в целом прыжки с однометрового трамплина у девушек — это достаточно интересный вид программы, где все финалистки будут прыгать, ну, практически одинаковые прыжки. И здесь борьба будет идти до самого последнего прыжка. Интересный у нас состав финалистов. Вот сейчас под девятым номером Юлия Винсент, Южная Африка. И под десятым номером на старте будет Кристина Ильиных, представительница города Екатеринбург. Очень хорошо она отпрыгала утреннюю предварительную часть. К сожалению, не получилось попасть в финал у второй россиянки Марии Поляковой. Она остановилась на 23-й позиции. Грубо ошибся в одном прыжке в втором раунде. И, к сожалению, это не позволило ей пробиться в финал. Ну а для вас комментировать сегодня будут Андрей Жуланков и Глеб Гальперин. Совершенно верно. И вот две представительницы Китая. Ну и нужно сказать, что это именно тот вид, который, например, на прошлом чемпионате мира не принес китайцам никакой медали. Да, там победу одержала австралийка Мэдисон Кинни, но... Который здесь... Который нету в этом году на одном метре. Да, она все свои силы, я думаю, бросила на трех... метровый трамплин, где уже в этом сезоне прекрасно выступала на этапе мировой серии, а и, также синхронные прыжки. Да, и Глеб, мы рассуждая, да, про смешанные прыжки, которые сегодня у нас были с утра, с 10-метровой вышки, смешанные синхронные прыжки, мы говорили о том, что все подстраиваются по девушку, вот как раз Мэдисон Кинни, да, единственная, по-моему, спортсменка. Которой, да, не надо подстраиваться. Которую не надо подстраиваться. Под которую не надо подстраиваться. Совершенно верно. Ну, вообще у нас хорошие традиции в прыжках с однометрового трамплина. На прошлом чемпионате мира в Будапеште серебряную медаль завоевала Надежда Бажина. Да. Но карьеру она свою на какое-то время прервала, а может быть и закончила. Ну, желаем Надежде удачи. И в 2015 году Надежда Бажина была у нас шестой на метровом трамплине, да? Вот. И нужно сказать, что Таня Каньот тогда выиграла. И вот китайцы выигрывали в этой дисциплине золотые медали только лишь в 2013 году. Это получается уже 6 лет назад. Таня Каньот была второй, а как раз Хиджи выиграла. Ну, тут у нас достаточно новый, конечно, состав, о чем Глеб уже говорил, и мы это отмечали. Ну, Янь Чан и Юэн Чен в Китае будут выступать. Вообще, китаянки достаточно серьезно усложнились в этом виде программы. Обычно здесь прыжки полуторные, полтора оборота, за исключением, наверное, вперед, да, первого класса прыжок, там все делают 2,5. Но вот обе китайские спортсменки будут делать в четвертом раунде прыжок 2,5 оборота назад из передней стойки. Такой же элемент есть у Кристины Ильиных, у Юлии Винсент. Поэтому сложность в этом виде программы, трамплин 1 метр, да, здесь небольшая высота, сложно сделать какие-то более серьезные элементы. К тому же у девушек, да, которые, ну, априори не обладают такой физической мощью, как мужчины. Ну вот видим, что в этом году сложность выросла. Вот, Глеб, мы часто говорим про физическую мощь, хотя, казалось бы, повыше подпрыгнуть, посильнее оттолкнуться, повыше подпрыгнуть, но, да, на самом деле, зачем нужна физическая мощь? Здесь высоты совсем нет, Андрей, да, 1 метр, если даже с 10 метров прыжок длится там около 2 секунд, то здесь, конечно, очень сложно, и вращение начинать надо уже
буду, ну, идя наверх от снаряда, да, чтобы успеть выкрутить какие-то элементы. Не все обладают этим навыком. Но здесь очень важна еще чистота. Чистота исполнения, чтобы линия на входе в воду была прекрасная. Хореография. И за всем этим судьи будут четко следить. Ну, в общем, времени мало. Пространства мало, по большому счету. А сделать нужно очень-очень много, начиная действительно с отталкивания от трамплина и все обороты. Вот там как раз сейчас Елена Бертоке на полу показывает, еще раз проверяет для себя, и нам показывает все стадии прыжка. Ну вот посмотрим, у нее как раз коэффициент 2,4. Полтора оборота из задней стойки вперед. Вообще все девушки в первом раунде, за исключением австралийской спортсменки Джорджи Шихан, будут делать именно вот эти полтора оборота вперед, согнувшись из задней стойки. Только она сделает полтора оборота назад, согнувшись. 403B таков номер у этого прыжка. Четверка — это класс. Четвертый, да? Переднее вращение из задней стойки. Вращаться вперед, но двигаться надо назад, так как впереди у нас железная доска. Тройка — это обозначение полтора оборота, то есть каждая единичка — это полсальто. Полоборот. 401 это полоборот, 402 это сальто, 403 это полтора, да? В винтовых прыжках это винт, да? А полвинта получается? Да. Единичка — это пол, да, каждая единица — везде, полвинта. Да. И Б — это положение тела в воздухе, значит, Б — это согнувшись, С — английская — это группировка. Есть еще А — это прямым телом. Ну и Д — это свободное положение, то есть можно и складку взять, и прямым телом лететь, то есть там разные варианты. Ну, Д — это в винтовых прыжках, ну, обычно, бывает, да, да, да. Ну, там, правда, у хайдайверов есть и другие буквы. Загадочные. У хайдайверов, да. Загадочные. Это мы увидим. Да. Хайдайверы будут завершать чемпионат мира, дорогие друзья. Вот сейчас у нас первая неделя. Да, Элизабет Куи. Да, новозеландская спортсменка. Интересно, да, Новозеландию. Я видел в свое время новозеландцев на первенстве мира молодежном. Но вот на взрослых соревнованиях редко можно их увидеть. Ну вот Элизабет Куи сейчас была на ваших экранах. И Кэтрин Торренс. Здесь есть возможность сравнить прыжки, но приблизительно одинаково все будут исполнять. То есть для судей как раз очень тонкая работа предстоит. Да, потому что ошибиться на полуторном обороте достаточно сложно. Надо постараться. Спортсменам. Кэтрин Торренс, представительница Великобритании, главный тренер сборной команды Алексей Евангулов был на ваших экранах. Не очень красивый прыжок уже в начале, но в подсогнутые локти. Я все-таки люблю такую чистоту, да, и элегантность, особенно у девушек. Здесь были недочеты, ну, так режет глаз. И вот как раз сейчас другой прыжок, те же полтора оборота, но назад. Задним вращением исполнит Джорджия Шихан. Да, австралийская спортсменка. Ну вот мы видим, что, еще раз скажу, что Мэдисон Кинни не заявилась на данный вид, на данную высоту, на метровый трамплин. И поэтому у нас вот как раз Джорджия Шихан представляет Австралию. Достаточно новое имя. Хорошо, а вот здесь хорошая хореография, красиво она с перехода, с небольшого, но погасила вход в воду, немножко далековато от трамплина. 20 лет этой австралийке. Хотя, в принципе, расстояние хорошее, не показалось. Да, да? Красиво, действительно, очень красиво прыжок. Придрался я. И она у нас сейчас становится лидером. Вот смотрите, а вот эта кореянка у нас в таком традиционном достаточно купальнике, без изысков. Ким Сухи. Она выступала уже на чемпионатах мира. Больших успехов не добивалась, но опыт выступления на больших стартах у нее есть. К тому же она у себя дома, ее поддерживают. Достаточно много зрителей, посмотрите, на трибунах. И это, конечно, приятно, приятно, конечно, да. Да.
Ну и восьмерки. Расщедрились судьи. Ну, я так понимаю, вот мы видим, да, что трибуны заполнены людьми в одинаковых футболках. Это, скорее всего, такие как-то корпоративные, да, или... Билетная программа. Нет, не билетная программа, нет. Почему? Это же делают так, что выкупают предприятия, да, а тем более это же Корея. Тут все очень-очень, так скажем, систематизировано, как и в Японии. Вот. И большие гиганты, корейские гиганты зачастую выкупают для своих сотрудников там, или это какие-то благотворительные программы. Ну и правильно на самом деле делают, потому что на чемпионате мира есть на что посмотреть. Пускай это даже однометровый трамплин, но все достаточно интересно. Или еще третий вариант бывает так, что какие-то компании, ну типа туристические компании, продают прям туры, спортивные туры на чемпионаты. Вот. И они всех своих зрителей как раз тоже одевают в свои фирменные футболки, чтобы получить рекламу. Так, Мария Кобурн. У нас две американки в этом финале. Удивительно, да? Причем американки далеко не самые известные. Вот Сара Бейкон и Кобурн только что исполнила свой прыжок. Но, тем не менее, обе пробились. Жалко, конечно, что Машу Полякову мы не увидим. А Полякова ведь была, да, по-моему... Она чемпионка Европы прошлого года, именно в прыжках с однометрового, да, трамплина. И она выступала в этом виде на чемпионате мира 2 года назад. Да, была там пятой, если мне не изменяет память. Да, совершенно верно, пятая позиция у нее была. Ну, собственно, были хорошие шансы в обоих наших девушек, да, побороться за призы. Но, к сожалению, такая досадная ошибка во втором прыжке в квалификации не позволила Марии пробиться в финал. Хотя она после второго раунда ушла на 49-ю позицию, всего, по-моему, 50 выступала в квалификации. Вот. Второй раунд, она 49-й, сумела себя довести до 23-го места. Но не более того. Спортсменка из Ирландии Клэр Крайан. Такие не самые прыжковые страны. Абсолютно. Новая Зеландия, Ирландия. Южная Африка. Южная Африка, да. Ну, высокая спортсменка. Неплохо, неплохо. С небольшого недохода. Вот тут вертикаль, она вот прям по градусам смотрится, потому что похожие прыжки все приблизительно все одинаково. Трудно оценить, кто лучше, кто хуже. Ну, вот Китай мы дождемся, там, наверное. Ну и прыжок, конечно, Кристины Ильиных мы будем ждать, потому что Кристина, ну, очень красивая девушка сама по себе. И смотрится прекрасно на трамплине, высоко очень отталкивается, такая прыгучая спортсменка. А вот как раз представительница Южной Африки, Юлия Винсент. Не слишком ли долго она собирается? У каждого свой подход. Мне не очень понравился этот прыжок. Может, долго готовилась, да, как-то все быстро, а здесь... И далеко, далеко она опустила пятки далековато от трамплина. 6,5-7 максимум за этот прыжок. Здесь вообще специально, каждый... Специально для Глеба и для нас вами показывают пятки. Но имеется в виду, ты... Мосты оттянутые в отталкивании. Да. Ты говорил о том, что она в момент отталкивания, да, как бы опустила низко пятки. Так, смотрим. Кристина Ильиных. Первый прыжок в финале. Кристина Ильиных будет выступать здесь в трех видах программы, помимо однометрового трамплина, еще синхронные прыжки с 3 метров и микст с 3-метрового трамплина. 1,5 оборота вперед. Тот же прыжок, но, к сожалению, не гасит, не она гасит почему-то. И вот такой бульк получается на входе в воду. Хотя высота небольшая, но вот здесь видно, брызг очень много. Но какая линия, посмотрите. В синхронном плавании можно выступать Кристине Ильиных. Да, бесспорно. Она сама родом из Екатеринбурга, Кристина Ильиных. Но в Московской области, да, ведь, по-моему, уже давно тренируется и представляет Московскую область. Ну, представляет, да. То есть представляет. Двойной. Двойной зачет. Екатеринбург, Московская область. И вот сейчас на ваших экранах Яни Чан, который мы, эту девушку мы видели на этапе мировой серии, отмечали некоторые технические моменты.
на прыжках с 3-метрового трамплина. Немножко подсогнутые колени. Даже не немножко, а сильно. Но все-таки с 3 метров выполняет прыжки с 2,5 оборота. Здесь будет только 1,5, вряд ли они здесь будут сгибать ноги. Ну, восьмерки. Это восьмерочный прыжок, потому что погасило. Чистенько. Расстояние хорошее от трамплина. Да, не очень высоко, поэтому не 9. Ну и она сейчас 57-60 набирает за свой прыжок. Все восьмерки. Единогласно 8 баллов. И первая позиция Кристины Ильиных пока на третьей. Третью строчку делит с Сарой Бейкон. Ну, нужно сказать, что Яни Чан, она выступала на прошлом чемпионате мира. Но она вообще специалист в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. И она уже давно в китайской сборной. Именно вот как раз на 3-метровом трамплине в синхронных прыжках. Вот, была-то чемпионкой мира Яни Чан. Но она молодая спортсменка, 2001 года рождения. Да, но вот она получается, что вот в 17 году в Будапеште вот как раз она выиграла свое первое в карьере мировое золото именно в женских синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Ну, а на интересный момент. Да. Смотреть будут протоколы. Точно это не микст? Вообще написано, да, синхронные прыжки. Ну ладно, Евин Чен. Точно идентичный прыжок 57-60. Да, и получается у нас, что третья строчка за представительницей Кореи. Ну и тут дальше достаточно плотно. Сара Бейкон, Кристина Ильиных по 54 балла набрали. И дальше вот Елена Бертокки 50,4 замыкает первую восьмерку. Дорогие друзья, второй раунд уже у нас начался. И Елена Бертокки, итальянская спортсменка, 24-летняя, уже сделала свой второй прыжок. Сейчас представительница Новой Зеландии. В повторе мы видим. Очень высокое такое, да, напрыгивание у нее. Наскок высокий на трамплин. Наскок выше, чем, прыжок. Прыжок, да. Не очень правильно. 102,4 сейчас результат Бертокки. Она на данный момент лидер. Вот Кэтрин Торренс, 20-летняя девушка из Кройдена. В Лидсе она сейчас живет и тренируется. Ее тренер в Лидсе Адам Смолвуд. Полтора оборота назад, согнувшись. Хорошо. Неплохо. Хорошо, да, делать. Да, хотя да. Начало такое слишком сильным прогибом в начале. Смотрите, с этой камеры тяжело, вот здесь вот будет хорошо видно. Сразу, да, поясницу выгнула, да, назад? Да, но сумела справиться она со входом, хотя вот ее тащила уже на живот, держалась. 7-7-7 проходит зачет, здесь 7 арбитров оценивают прыжок. Две выше, две ниже и зачеркиваются. И у нас 3 оценки проходят. Теперь представитель Австралии Джорджа Шихан. А здесь один из самых красивых классов. Третий класс. Наскока, заднее вращение. Вращаться назад, но двигаться надо вперед. Опять же, не очень далеко, но и не близко к трамплину. Полтора оборота. Ну, наверное, она примерно так идеально, да, по расстоянию? Да, семерки тоже. Три семерки в зачет. 50-40 сумма за этот прыжок. Но вот у нас после первого раунда с третьей до десятой, по-моему, позиции отрыв 5 баллов, да. То есть здесь такая упорная борьба будет. Сейчас Ким Сухи, который на третьей позиции
находилась после первого прыжка. 2,5 оборота вперед. Согнувшись. Браво. И взрывается стадион в Корее. Ну, на самом деле, вот я так понимаю, что корейцы именно с этой девушкой связывают хоть какие-то надежды. И, может быть, именно в этом виде программы. Ну да, потому что состав-то, в принципе, состав финала далеко не самый сильный, если смотреть по именам. Понятно, что есть две китаянки. Но мне кажется, что китаянки, как раз проиграв два последних чемпионата мира, в этом виде решили серьезно подготовиться, такое ощущение. Так, две американки у нас сейчас. Ну, та же порядке. Яни Чан, которая уже чемпионка мира в синхронных прыжках 40-метрового трамплина. Ей просто нет места пока в сборной, потому что Ван Хан, да, и Ши Тинг Мао, она там просто монстры. Не, ну поэтому она только тогда в синхроне-то и выступала. Как раз Ши Тинг Мао, она прыгала синхрон с 3 метров. Да, туда и вообще не пробиться. С ее коленями. Да, и Мари Кобур сейчас вот ошибается. Это, конечно, достаточно серьезный провал. 6 баллов получить за полуторный прыжок. И сразу же она откатится, ну, уже откатилась на последнюю строчку, пока что на 6-ю позицию. 90-65 за 2 прыжка она набирает. Сара Бейкон. Те же 1,5 назад. Хорошо. Ах, выскакивает в самом конце. Ну, такой прыжок интересный был. Мощный, амплитудный. Открытие практически в один оборот, да, и потом красиво прямым телом докручивает эти полсальто. Сара Бейкон, 7-7-7. Она располагается в 10 сотых от Елены Бертокки. Да, Бертокки у нас лидер. И, тут сейчас такой момент. Получается, что у 3 спортсменок, да, самый дорогой прыжок в этом раунде. Суи Ким исполнила, и теперь еще будет... Нет, у 4 еще вот как раз представитель Южной Африки будет после Ирландки делать. Ох ты. Да, вот это завал достаточно серьезный. У Клэр Крайан очень сильно на спину. Рановато она открывается. Не было той высоты для того, чтобы ее вертикально поставила. Здесь 55, и вот она сейчас располагается за Марией Кобурн, которая тоже ошиблась. Юлия Винсент. Вот как раз, да, прыжок 2,5 вперед. Согнувшись. Такой резкий, мощный наскок и прыжок. Хороший. Зато как здорово она, да, исполнила. Да, южноафриканка в хороших кондициях находится. Что-то нам этот наскок напоминает, да? Недавно комментировали юниорский чемпионат Европы. Наскок немецкого прыгуновода? Да. Ну нет, там совсем было. Ну там нет, ну там вообще там интересно. Какие-то такие па он вытворял каждый раз, причем. Ну то есть это просто его индивидуальный личный наскок. Вот он ему так привычно. Так, смотрим. Кристина Ильиных, российская спортсменка. 1,5 оборота назад, согнувшись. Эх, и переходит достаточно сильно. Достаточно сильно для такого легкого прыжка. Очень жаль, потому что первые 2 прыжка простые у Кристины. И надо было делать хорошо. Ну и чувствовал, что переходит. Надо было спасать себя, конечно, на входе. Чуть подсгибать колени перед погружением. Но не стала она этого делать. И, к сожалению, откатывается сейчас на 7-ю позицию Кристины Ильиных. Яни Чан, 2,6 коэффициент, 2,5 оборота вперед, согнувшись. Смотрим на колени. Ой-ой-ой! Завалила. Как она раскакивает, и она чуть не слетела с трамплина, да. Буквально с верхних рук начала свой прыжок. Посмотрите, вот наскок, разбег, да, перед... А я вообще даже я не понял, она вот что-то вроде вот... Вот она, все, ее с трамплина уже скидывает. Скидывает, ну, как да. Она удержала себя, просто конфетку сделала из...
ничего. Спасается. Просто спасает прыжок. Могло быть 0 баллов просто. Ну что, что, да, показывает тренер. 4,5 вот так вот. Так, Яничан у нас тоже улетает вниз. У нас как-то, знаете, получилось так, что одни стремятся вверх, и это оказались совсем не те, о ком мы думали. У нас сейчас Кореянка первая, представьте, Южной Африки вторая, Бертоки третья. Да причем Кореянка выигрывает у второго места огромную сумму баллов. С ума сойти, да. 9, да, это ну, не так много на самом деле, но в прыжках с однометрового трамплина девушка это огромная сумма. Сейчас, конечно, ее обойдет, скорее всего, Юэн Чен. Ну, сейчас Чен просто становится фаворитом, таким единоличным, да? Вот мы слышим, что она 8,5 она получает, объявляют по бассейну. Ну, идеальное расстояние здесь от доски и вертикаль потрясающая. 56,35, она на первой позиции. Ну, кстати, выигрывает всего баллы 55 сотых. Да, 113,95 против 112,4 у Суи Ким. И вот это Юлия Винсент, а посмотрите, 103,8, 102,4, 102,3, 101, вот здесь вот, да, видите, как все плотно. К сожалению, вот в этой группе нету Кристины Ильиных, она сейчас на 9-й позиции, потому что ошиблась. Ну что, ждем тогда третий раунд. В принципе, есть еще, совсем, конечно, немного, осталось всего 3 прыжка, но есть еще какие-то шансы на то, чтобы исправить положение. Да, 8 баллов до третьего места, 8 баллов и 40 сотых. До Юлии Винсон, который идет третий. Ну, это так, на пределе, наверное, да? Вот. Ну, там еще и Янь Чан на восьмой позиции. То есть Бертоки четвертая, итальянку тоже со счетов сбрасывать нельзя. Да, Елена Бертоки с 5 лет занимается прыжками в воду. И вот с самого детства она работает с Дарио Сколой. Была бронзовым призером на метровом трамплине в Будапеште 2 года назад. Полтора оборота назад согнувшись. И тоже с такого небольшого перехода. Где-то 6,5-7 должны быть оценки. А я вот жду синхрон с трамплина 3 метра у девушек, потому что у Италии вернулась титулованная пара. Да, Андрей. Ты видел? Колени? Колени, да. Да, она спасала себя. Спасала, да. Ну, технический нюанс. В прыжках в воду на задних вращениях при переходе можно себя так спасать. Это не так бросится в глаза тогда этот переход. Да. Но молодец она, конечно, четко проконтролировала всю ситуацию. Согнула колени уже под водой и брала их за собой. Ты ждешь итальянскую пару? Да. Таню Каньотто и Франческо Далапе после тоже большого перерыва. Вроде как должны они здесь выступать. Ну а пока. Ну, это представитель Новой Зеландии. Неудачно она сейчас выполнила свой прыжок. В третьем раунде. 6,5-7 она получает. Ну, собственно, так же, как и Елена Бертоки, даже на 2 балла 30 сотых больше. 48,30. У Бертоки было 46 баллов ровно. И Элизабет Куи, в принципе, тоже рядом, да? С да, рядом. 5 баллов всего. А сейчас Кэтрин Торренс признавалась, что у нее одно из самых ярких впечатлений в жизни было, когда она с сотрясением мозга выступала на юниорском турнире в Ирландии. И зачем? Победила. А, да? Да, победила сотрясение мозга. А что так сотрясло? Ну, была травма получена на тренировке, вот, а потом в итоге... Ну, я так понимаю, что то, что было сотрясение мозга, уже стало ясно чуть попозже. Да, ну и прыжок хороший, 54 балла она набирает и обходит Елена Бертоки. Сейчас на первой позиции Кэтрин Торренс. 7,5. 3 оценки 7,5 прошли в зачет. Бертоки выступала в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, выступала на чемпионате мира, на европейском чемпионате, но без медали, без пьедестала. Вот винтовой прыжок. Джорджия Шен.
Австралии, когда нам показывают. Очень ранние винты. То есть винты начинаются прям... Даже она еще не отпрыгнула от доски, а плечи уже, вот смотрите, повернуты на... Это ошибка, ее на бок в итоге тянет. Так невозможно погасить ход воды. Ну, криво получается, поэтому шестерка. Хотя коэффициент сложности здесь 2,6. Достаточно выше только прыжок 2,5 оборота назад. Мы увидим чуть позже у спортсмена в четвертом раунде. Кристина Линных в пятом. Там 3,0 был коэффициент, самый сложный у девушек прыжок. А так 2,6 это очень серьезно. Надо делать хорошую оценку. Сумма была хорошая. Ким Сухи вот так вот. И что, держится? Да, и уверенно делает свою попытку. 1,5 оборота назад согнувшись. Тоже был переходик. Но она хозяйка соревнований. Вы видели, сколько зрителей, да? Небольшой, чуть-чуть, да, вот ногами захлестнулся. Есть, да. 48-30. И на первой позиции. И 8 баллов удерживает она пока. Да, только теперь уже по отношению к Кэтрин Торренс. Когда показывают трибуны зрительские, у меня ощущение, что как будто бы, ну, я вспоминаю утреннюю программу, где вообще было пусто. Такое ощущение, как будто другой бассейн показывают. На самом деле нет, зрители подошли. Так, две американки у нас. Мария Кобурн и Сара Бейкон. Кобурн. Ох, как высоко. Ну, Мария Кобурн очень сильно ошиблась в предыдущем раунде. Она на, по-моему, последней позиции находилась. После второго. Предпоследний, 11-й, да. Там Ирланка еще серьезнее ошиблась. Да, ну, очень мощно. Ну, вылет у нее, конечно, а. На трехметровом трамплине, вот 1,5 оборота назад, из передней стойки с 1,5 винтами. Многим нравятся вот эти винты. Когда вращение идет вокруг своей оси. Сара Бейкон. Серьезная девушка. Такой серьезный взгляд. Сейчас. Заряженный. Ну, сейчас прыжок-то непростой будет, да? Заднее вращение. 1,5 оборота. Эх, чуть-чуть тоже она перешла, хотя высоко, да? Вот, кстати, наши ребята Сергей Назин, Анна Чинишина была слева в белых футболках и Александр Бондарь. Болеют в этом финале за Кристину Ильиных. Так, получает 151 балл американка, и она опережает Бертоки, становится сразу за Кэтрин Торренс. Получается, у нас кореянка, потом Кэтрин Торренс и Сара Бейкон. Вот такое положение дел. Клэр Крайан. Спортсменка из Ирландии. 25 лет ей. И очень сильно проскакивает. Вот, видно, да, было, как... Интересно, как она четвертую позицию заняла в квалификации, потому что так достаточно грязноватенько прыгает. Но и ошибок много. Смотрите, колени подсогнуты даже вот на таком прыжке в 1,5 оборота. И в открытии тоже расходятся ноги. 5,5, и она замыкает турнирную таблицу. Ну, а сейчас... Она самой себе проигрывает, прошу прощения, да? Ирландка самой себе проигрывает уже 12 баллов по отношению к предварительному. Ну, с утра себя она получше, да, чувствует? То есть такая... Ну, не знаю. Возбуждается быстро. А вечером не получается. А одна из лидеров, Юлия Винсент, 1,5 оборота назад согнувшись, и тоже переход. Хлестанула ногами. Да, такие пучок брызг вылетает. Да. Пока все, ну, просто все практически переходят с этой тенденцией, да. И лучше вот с этим переходом лучше всего справилась тоже здесь. Она сгибала колени. Сгибала, но не так. Да, но не смогла, да, пригасить, как Елена Бертоки. Да, Бертоки прям четко было видно, как она, как кузнечик, как раз в нужный момент. А это начала, но не успела, и поэтому брызги полетели в бассейн. Так, смотрим, Кристина Ильиных. Коэффициент 2,6. У нее сложные прыжки остались. 2,6, 2,6 и 3,0 будет в пятом раунде. Надо включаться. Надо все делать. Хорошо наскакивает. И хороший прыжок. Ах, ну как так? И упускает чуть-чуть. Опять захлестывает ногами на входе в воду. Вроде и высота, и чисто очень. Расстояние хорошее, открытие. Посмотрите.
и в самом конце добавляет ногами. Сразу же снимут за это. Сразу же, ну и снимают, собственно, да. 6,5. Можно было 8 получать за этот прыжок. Кристилии или иных. Так, 148,7. Она у нас четвертая. Да, обидно. Обидно. Яни Чан. 1,5 оборота назад. Но у него 8-я позиция была. Совсем стройная девчонка из Китая. И опять ошибается. Еще. Вот так вот. Странно. Странно, правда. Как тростиночка. Да. Ильичан. Две ошибки. И причем очень грубые. Но у нее какой-то взгляд на самом деле был. Перед прыжком ее показали. Какой-то потерянный. Это в бок смотрела. Так, ну что, Яни Чан уже все. Вообще десятая. Десятая, да. Потерялась она. Хотя, казалось бы, да, уже, да, юная спортсменка, но второй чемпионат мира. Ну, наверное, все-таки одно дело, хотя нет, ну, я подумал, что в синхроне ей попроще было. Ну, по крайней мере, не то, что попроще, но привычнее, это 100% ей было выступать в синхроне. Ну, она одна из самых молодых, да? Да, вот 17 Кобра, лет. 17 лет, и ей. Ну, я ничем выступала на этапе мировой серии уже. В том-то и дело, опыт-то огромный. Чемпионат мира выигрывала. Да, здесь без вопросов. 2,6 коэффициента, очень высоко Юэн Чен. Но она, конечно, намного помощнее, чем предыдущая китаянка здесь. Ох, как вылет, да, какой? Да, все четко, смотрите, отталкивание, винты. Идеальное расстояние, где-то метр от трамплина. Вход. Пригашенные восьмерки. 7,5, 8,8 проходит зачет. Она, ну, все, уверена, тут первая. Да. Тут 15 баллов в пользу Юэн Чен по отношению к кореянке. Но вот дальше тут очень интересно будет, кто-то догонит корейскую спортсменку или нет. И Кристина Ильиных догонит или нет. Это будет очень сложно. Делаем паузу. Новозеландская спортсменка Элизабет Куи на трамплине. Много символов и знаков на ней, в том числе олимпийские кольца, как признак того, что она выступала на Олимпийских играх. Так, четвертый раунд у нас с вами, дорогие друзья. Елена Бертокки уже выполнила свой прыжок, набрала 50 баллов и 40, общее 198,8. Интересная развязка нас будет ждать. Кристина Ильиных на 5-й позиции после 3 попыток. Но до 3-го места ей всего 4 балла. И у нее одна из самых сложных программ. Ну, самые сложные прыжки остались. 2,6 и 3,0. У Юэн Чен, китаянки, 3,0 тоже и 2,6. Юлия Винсент. Точно такие же прыжки. Сара Бейкон. 2,6, 2,6. Здесь она уступает по коэффициенту. Бертокки вот вообще 2,4, но она уже сделала свой прыжок, да, сейчас 2,4, 2,6. Поэтому все в руках Кристины Ильиных. Ну, Ким Сухи 2,4 и 2,2. У нее вообще прыжки очень простые. И тяжело, я думаю, чтобы удержаться в тройке призеров, несмотря на свой отрыв. Кэтрин Торренс, британка, исполнила свой прыжок. Дебютировала она на взрослых турнирах в 2016 году. Это был чемпионат Европы, который проходил в Лондоне. Как раз она дебютировала на метровом трамплине. 12 место она заняла. Вообще, из таких из медалей у нее серебро игр Содружества 2018 года, но в синхроне на 3 метрах.
Ну вот Кэтрин Торренс, 200 британка, да, не назвал. Тоже она претендует на высокие места. Пока первая, она обходит Елену Бертоки на 2 балла. А Торренс-то третья шла вообще. Да, да. Торренс шла третья. Вот мы как раз и следим, получается, за Торренс, Бейкон, да? Сухи. Ну, Ивен Чен сложновато. Да, все. Бертоки, ну, наверное, вот эти девушки. Китаянка может проиграть этот финал, только если сама плашмя с последних, ну, с одного из двух прыжков приземлится, приводнится. Так, вот, смотрим как раз, да, кореянка, то, о чем как раз Глеб Гальперин уже говорил, коэффициент 2,4, невелик. Ну, а следующий вообще будет прыжок с коэффициентом 2,2. Ну, в целом неплохо, но это не восьмерки. А ей надо было делать на 8-8,5. Достаточно высоко она отпрыгнула. Но со входом не справилась, как-то сложила ее. Вот открылась вертикально, а потом немножко ее согнула на входе. 7-7-6,5, 49-20. Хотя могла делать лучше. Да, но тем не менее у нее 9 баллов преимущества по отношению к Кэтрин Торренс. Так, еще одна наша конкурентка, это... А, нет, это не Бейкон, да, это Мария Кобурн. Но Сара Бейкон была четвертой после третьего раунда. Два с половиной оборота назад из передней стойки. Вот этот прыжок с коэффициентом 3,0. 3,0, да. И не получается. Хотя в доску-то попало хорошо, да, в наскок. Вот вращение здесь уже 2,5 оборота. Высоты нету. Ну и рано открывается. Ну, зачем? Зачем так рано? Ну, мне кажется, вот для такого прыжка нужна высота, как, например, у китаянки, да, у Ивен Чен. Ну да, да, да. Ну, как хотя тут... успевала она, просто бросила ноги. Мне кажется... Могло и показаться, что очень хорошо начала высоко, да, это такое обманчивое чувство бывает у прыгунов в воду, когда тебе кажется, что ты вроде уже все, ты так высоко вылетел, надо пораньше открыться, чтобы вертикально, а в итоге на всю спину приземляешься. Ну, а вот теперь Сара Бейкон. Коэффициент 2,6, винтовой прыжок. Хорошо, хорошо, чистенько исполняет, у нее два прыжка с коэффициентом 2,6, вот этого сложного нет в программе. Но ей может хватить. Хорошо прыгает. Такая высокая спортсменка. Атлетичная. И чисто, да, все. Ноги вместе. Вертикальный вход. Ну, такой просто... Без вопросов, да, по большому счету, да, к ней? 54-60. Хорошая сумма баллов. Она подбирается вплотную к Ким Сухи. 3,8 между ними уже. И обходит Кэтрин Торренс. Клэр Крайм, ирландка. Ну, она последнее место нас с вами занимала. Это, знаете, такая маленькая пауза. Впереди же у нас Кристина Ильиных. Да, но перед ней еще Юлия Винсент. Сейчас она уже вот на трамплине готовится выполнить свой прыжок. 3-0 коэффициент. Юлия Винсент находилась... Она была у нас после второго раунда высоко, а потом она ошибку совершила, Юлия Винсент. Там 2 балла всего до Кристины Ильиных, поэтому 9-я и 5-я позиция, они вообще близки, там очень рядом. Здесь 3-0 коэффициент. Ой-ой-ой, с угла. На самый край. Буквально еле-еле удержалась она на трамплине. Сейчас бы спереди нам посмотреть, наскок не получается. Вот, посмотрите. Пожалуйста. Ой, как она. Вот здесь, видите? Ну и 5 баллов, да? Да, все. 4,5, даже одна пятерка. Две пятерки было, они зачеркиваются. И вот теперь смотрим за Кристиной Ильиных. Винтовой прыжок, 2 винта. Вот как раз, видите, литера D. D появилась в обозначении прыжка. Свободное положение. Хорошо.
хорошо. Очень красиво. Ну что, это восьмерки. Это восьмерки должны быть. Наконец-то. Браво, Кристина. Вот свой прыжок она демонстрирует. Как чисто. Чуть-чуть ноги в винтах. Ну, в принципе, это не было заметно, да? Уже на повторе там. Ну, вообще, хотелось бы хотя бы в одну восьмерку увидеть. Кто-то увидел, да, давай. Вот 6,5. Ну, в принципе, все увидели, потому что прыжок был классный, но вот это расхождение ног заметили. Ниже 7, конечно, не поставили, но... Обгоняет она Кэтрин Торренс, и сейчас она в менее чем 3 баллах за Сарой Бейкон. Ну, и прыжок останется. Погоня. 3-0 у Сары Бейкон, 2,6, а у Ким Сухи, которая пока лидирует, всего 2,2. Ну все, нет, ну 3-0 перцент. Не ее финал. Да, не получается, не пошло. Как ошибка, да, была сделана во втором раунде. Ну, вообще сложный прыжок, конечно, для девушек. Хотя, в принципе, так потенциально ей хватает вполне высоты. Сегодня не пошло. Юэн Чен, тот же прыжок. Лидер соревнований. То есть вот это вот 305C, это самый сложный прыжок, да, на метровом трамплине? Сложнее. Пока сложнее никто ничего не делает. Здесь все в порядке с наскоком. Ой-ой-ой-ой-ой. Перешла. И грубо перешла, очень сильно. Сильно перешла. С согнутыми ногами входит в воду на 4,5 балла этот. У нее сейчас 3-0, потом... 2,6 будет, да, в последнем раунде? Ну, как вращается? Ну, я думаю, что скоро мы будем, ну, что увидим прыжки в 3,5 оборота с 3-метрового трамплина у девушек. Не только Мэдисон Кинни будет исполнять, а и Китай тоже. Ну, нет, у нее по потенциалу, конечно, да. Она настолько... Да, еще оборот легко. Она резкая очень, да, скоростная спортсменка. Но ей хватает, у нее был такой запас сумасшедший, что ей хватает удерживать первое место, причем с большим отрывом. Но у нас погоня за кореянкой, и впереди последний прыжок, финальный, у нас впереди развязка. Елена Бертоки, не очень удачный прыжок у нее в последнем заключительном раунде. 245,6. Еще раз, да, наверное, стоит напомнить, дорогие друзья, понятно, что у нас китаянка Юэн Чен, ну, практически вне конкуренции, хотя ошибка была допущена в 4-м прыжке. Но вот сейчас у Цой Ким, у кореянки 209,9, у Сары Бейкон 206,1, у Кристины Льных 203,3, Кэтрин Торренс 208. Ну, надо учитывать, что самый сложный прыжок среди всех этих девушек. У Кристины Ильиных 3,0 коэффициент будет. 3,0. Элизабет Куи. Новая Зеландка. 1,5 оборота назад с 1,5 винтами. И было достаточно много помарок. Тоже раннее начало. Ну и вход такой. Без гашения. Ну, финал, я думаю, для нее это уже достаточно серьезный успех. 6,5 и 244,20. Ну, она всем послала воздушный поцелуй. Поблагодарила за... поддержку, публику. Кэтрин Торренс. Вот, она у нас в числе догоняющих 280-х. Ну и там, кстати, Яни Чан, несмотря на свои прыжки. 199 плохие, у нее. Да. Китаянки, шестая она идет. Да, 199-95.
Кэтрин Торренс. 2,5 оборота вперед, согнувшись. И в целом неплохо. Это, конечно, не 8 баллов. Немножко низковато. Но вход вертикальный. И 7-7,5 поставить где-то 54 балла. Я думаю, что она наберет за этот прыжок. Коэффициент, потому что 2,6. Ждем арбитров. Чемпионка Великобритании на метровом трамплине Кэтрин Торренс. Ну, дружные семерки. Да, все три семерки проходят зачет. И она пока первая с отрывом в 10 баллов от Елены Бертокки. Но впереди у нас еще Сара Бейкон, Кристина Линых, Яни Чан и Юэн Чен. Джорджия Шен. Из задней стойки вперед. Полтора сальто. И не получается. Казалось бы, совсем такой простой прыжок. Да. Как-то и высоты не было. Ничего. Переход. Энергии не было в этом прыжке. И четкости. А вот дальше сейчас у нас как раз кореянка появится на трамплине. Ох, много будет зависеть, потому что если она ошибается, то она просто открывает калитку. Ну, она в любом случае ее откроет, потому что у нее коэффициент 2,2. А если еще и ошибется? Это вообще просто, но... даже не просто калитку, там дорогу откроет, как в Формуле-1. Полтора оборота вперед с одним винтом. Ну, прыжок обязательной программы. Я не знаю, что должно произойти, чтобы она ошиблась. Только, но ей в любом случае нервы. Тяжело. И надо было 9 делать на 9 баллов. Но она не сделала это. Нет, это 6,5-7, недоход. Там и брызги полетели, да? По-азиатски она поклонилась, поблагодарила. Ну, мы как раз только что видели, да, вот эта свободная группировка. То есть она толком не зафиксировала, да, никакое положение, не согнувшись на группировку. Да. 7,5-7. Баллы 8 сотых она выигрывает у Кэтрин Торренс. С ума сойти, а? Пока первая. Ну, а дальше только ждать. Дальше только ждать, потому что главные соперницы Суи Ким – это Сара Бейкон и Кристина Ильиных. Ну, Яни Чан еще можно. Ну, еще Яни Чан, да, может туда, быть. Да, но вряд ли, вряд ли. У нее винтовой прыжок с коэффициентом 2,6, да, будет у Яни Чан. Ну, а пока Мария Кобурн. Ошибка. Следом за ней Сара Бейкон уже готовится. 2,5 оборота вперед, согнувшись. Абсолютно одинаковые сейчас как раз прыжки у американок. Ну, покажите нам Сару Бейкон. Тут все понятно. Да, 6-е на данный момент место у Марии Кобурн. Не это главное. Вот она. Серьезный взгляд. Года Сари Кобурн. 2,5 оборота вперед, согнувшись. Не очень хорошо, не очень хорошо. Были ошибки. Немножко подняла на плечи на входе в воду, из-за этого брызги. Вроде высоко, ну 7-7,5. Неужели, не мне больше. Кажется, ну, должна обойти зачет коэффициента, нет? Ну, скорее всего, спортсменку она обойдет точно. Но ей-то надо было делать еще лучше, потому что сзади на пятки наступает Кристина Ильиных. Да, все, обошла она. 7-7,5, 55-90. Но посложнее прыжки, конечно. Представительницы Северной Кореи надо было делать. Хотя она так улыбалась сейчас. Да. Довольна своим выступлением. Клэр Крэн.
Мерланка замыкала с турниром таблицу. У нас сейчас, в принципе, две девушки, которые в самом конце. Это как раз Крайан и Юлия Винсент из Южной Африки. Ну вот первый, наверное, в этом финале прыжок. Первый и последний. Ирландки, да. Потому что это последний раунд, у нас, напоминаю, пятый из пяти. Ну, здесь хорошо, конечно, было. И высота, и все стадии, да, очень красиво. Раскрылась, погасила. И сейчас получит свои заслуженные 7,5. 7-7,5. Ну, вряд ли это как-то уже особенно отразится на ее позиции. Так, дорогие друзья, Юлия Винсент сейчас у нас представительница Южной Африки. И дальше Кристина Ильиных. Это борьба... Мы думали, что будет борьба за бронзу, а в общем это даже борьба за серебряные медали. Нет, нет, нет. Тоже не пошло в финал у южноафриканки. Как бы она не уступила сейчас даже Клэр Крайан. Ирландской спортсменки. Оценки 6,5, да? Да, да. 9-я. Она последняя. В итоге две китаянки готовятся рядом, а на трамплине Кристина Ильиных. 2,5 оборота назад. Из передней стойки с наскока. Ну, все решается в данный момент. Ой, не попадает в доску, к сожалению. Вот наскок был очень важен сейчас для Кристины. Здесь чуть-чуть ее назад даже потянуло. Так, с нижних рук, да? Я думаю, пятерка в самую воду. Как обидно. Ну, Кристина, 3-0, посмотрим, достанет. Нет. Четвертая, она даже Кэтрин Торренс уступает, к сожалению. Хотя была возможность просто серебро взять, и, наверное, Сара Бейкон останется у нас на второй позиции. У нее было 206 и 109,95. Ну, я не знаю. Сложно будет Яни Чан сейчас. Хотя вот до Ким Сухи можно допрыгнуть. Может, вот может. С тремя завалами китаянка, в принципе... Будь медалью. Да. С бронзовой. Завалив три прыжка. Мне вообще не нравится. Честно скажу, не нравится. Само исполнение прыжков я не чат. Тебе вообще она не нравится. Не нравится, да. Нет, ну как-то дубоват, немножко корявенько. Предыдущая китаянка, да, там есть мощь, да, амплитуда. Здесь подвинт на входе. Подвинт, да. Угол в тазу на входе. Ну, 6, не больше. Какие 7,5? 5-я с 6-й орбиты ставят. Ну и 7 тоже, это много. Медаль. С Южной Кореи. Вот так вот. Кристина Ильиных и Яни Чан подарили Южной Корее медаль. Ну, точнее, нет, это неправильно. Это неправильно. Зои Ким сама ее заслужила, потому что, да, у нее два не самых сложных прыжка в четвертом-пятом раунде. Ну, первые это три раунда она хорошо сделала, правильно? Такую ударную часть всей своей программы. Нам показывают, да что тут сомневаться. Тут Сара Бейкон, понятное дело, что она на пьедестале почета. Да, ну и тут ну, очень тут... мощный прыжок. Да, да. Какая работа с трамплином. То есть его не слышно даже. Так попадая в доску, Йен Чен высоко и амплитудно очень. Вращение на одном месте практически. Хорошая акробатическая подготовка. Идеальное расстояние, просто идеально, фантастика. Да. А она все, если так вот взять вот этот квадрат, да, примерно, она все в этот квадрат уложила, все 5 прыжков. Да, 8. Абсолютный контроль, да, Глеб? Совершенно верно. И заслуженная победа Юэн Чен. Поздравляем Китай со вторым золотом. Да. Серебро достается Соединенным Штатам Америки. И очень рада Ким Суи. Такая
Прям азиатка-азиатка, да? Ну, очень красивая девушка, да. На самом деле, да. У нее такая классическая внешность. Да. Ну и Сару Бейкон. Сару Бейкон, да, поздравляем. Она, конечно, своим взглядом просто сразила всех. Можно на ринг выходить. Ну, может, даже на ринг не выходить, а на взвешивание как раз. Ставить ее, выводить на взвешивание. На дуэль взглядов. Но Китай вернул себе золото в этом виде программы на чемпионат мира. Спустя почему два? Два чемпионата мира или в 15-м? В 15-м же тоже они... Ну да, два чемпионата мира. Спустя два чемпионата мира. Они в 13-м выигрывали, и все. Потом 15-е и 17-е они проиграли. И вот снова первые. Да, ну и праздник у Южной Кореи. Бронзовая медаль – это огромный успех. Прыжка с 100-метрового трамплина. Кто бы ожидал. Да. Я думаю, что, конечно, то, что трибуны здесь заполнились, это было замечательно. Перед большим количеством зрителей корейская спортсменка выигрывает медаль чемпионата мира. И вот она улыбается. До сих пор не может поверить. Да, то есть спортсмены из Северной Кореи, да, для нас это привычно. Но вот то, что спортсменка из Южной Кореи выигрывает медаль, это, конечно, огромная редкость и большой успех для них. Ну, и Ивин Чен очень понравилось. Может вырасти очень хороший трамплинист. Ей всего 20 лет. И на трехметровом трамплине может очень усложнить программу. Потому что Китай традиционно одна и та же, одни и те же прыжки уже на протяжении лет 20, наверное. И вот здесь был виден потенциал. Да. Но она так здорово прорабатывает трамплин, Ивин Чен, да, у нее такая высота. И главное, что она очень четко себя контролирует на вылете вверх, да, то есть она вот не улетает ни вперед, да. Ни в бок. Идеальная техника начала. У нее прям, хочется сказать, кучные прыжки. Да, ну и обидно, конечно, что Кристина Ильиных, несмотря на свои небольшие помарки, да, в первых раундах, могла просто серебро, да, было в ее руках. Да. Но вот наскок в последнем раунде не позволил ей взять медаль сегодня. Но у сборной России уже есть серебряная награда в первом виде программы в миксте с вышки. Да, Виктор Минибаев и Екатерина Беляева выиграли серебро для российской команды. Конечно, надеялись мы очень в этом виде на Кристину Ильиных и вправе были надеяться. Кристина Ильиных очень спортсменка, ну, такая уже опытная, да, она с Надеждой Бажиной выступала в синхронных прыжках, и чемпионка Европы была, и на чемпионате мира выступала, но, к сожалению, вот здесь вот у нее не получилось. Кстати, так есть, да, такая, ну, не то чтобы статистика, но частенько мы видели, да, не получается предвариловка, и в финал как-то идет тяжелее. Ну, и здесь, конечно, нервы были. Вообще есть проблемы с наскоком у Кристины Ильиных, да, и часто она вообще останавливается и на чемпионатах России, да, и на каких-то международных стартах. И вот опасения были какие-то. И вот этот наскок, к сожалению, не получился. Да, она прыжок сделала. Но там тоже, вот, кстати, Глеб, ты сейчас это рассказываешь, и это как раз во многом объясняет психологически, наверное, вот то, что она сделала на трамплине, когда ошиблась этим наскоком. Потому что было видно, как будто она вот тебя, да? Да, зажимала. Зажала и остановила в какой-то момент. То есть, казалось бы, иди давай дальше делай. А она зажала, и потом как бы следующей командой уже себе сказала до конца такое ощущение. Ну, все будет в порядке. Впереди еще достаточно много видов в прыжках в воду. Да, у нас, по-моему, 13 комплектов медалей на чемпионатах мира разыгрывается. И, кстати, нужно сказать, что на прошлом чемпионате мира китайцы отдали 5 золотых медалей. Россия, Британия, Франция в команде. По-моему, Австралия, Мэдисон Кинни, да, вот там, в общем, много они отдали, пока ничего не отдают, да. Ну что ж, будем завершать, дорогие друзья, нашу трансляцию, наш репортаж соревнования женщин на метровом трамплине на чемпионате мира. Два комплекта наград мы разыграли, но продолжаем болеть за российских спортсменов. Впереди, кстати, финал будет в синхронных прыжках на трехметровом трамплине. Там, конечно, будет очень тяжело нашим олимпийским чемпионам Лондона Кузнецову Захарову. Да, Глеб? Поправка небольшая. Кузнецов Шлейхер. Кузнецов. На трехметровом трамплине в синхронных прыжках. Я уже все. Я, да. Захаров не присутствует на чемпионате мира.
Да, ну там будет непросто. 12 местом они пробились, и поэтому. Но все равно будем желать им удачи. Будем надеяться, что соберутся. С вами были Глеб Гальперин и Андрей Журанков. До новых встреч. Счастливо. До свидания.